возвращаются домой. 60 тысяч спасенных жизней, 1500 операций, бесконечные командировки в зоны боевых действий. 240 российских медиков возвращаются из Сирии домой. Они восстанавливали разрушенные больницы, провозили медикаменты и передавали опыт сирийским коллегам. Под обстрелами, рискуя собой, врачи помогали раненым и больным. Надежда Дураченко и Галина Михайлова отдали свои жизни, выполняя свой долг. Они погибли 5 декабря 2016 года. Тогда боевики открыли артиллерийский огонь по мобильному госпиталю. Медики с гумконвоями выезжали в самые отдаленные сирийские провинции. Туда, где нет ни лекарств, ни врачей, ни даже чистой воды. Рассказывает военный врач Мария Сушкова. Бедно живут люди, вот эти разрушения все, детки маленькие ходят, раздетые, разутые. Очень тяжело вот это больше всего, наверное, в командировке меня впечатлило. Миссию российских докторов продолжат сирийские медики.